Данный ролик возможен благодаря интернет-магазину «Ваш пульт». Если вдруг вы потеряли пульт от любого гаджета, обращайтесь в интернет-магазин «Ваш пульт», они помогут подобрать и настроить пульт под вас. Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре пульт для медиаплеера Xiaomi Mi Box S. На самом деле достаточно интересная моделька, имеет голосовое управление, кнопку Netflix, кнопку Live, то есть достаточно специфический функционал, но при этом остается компактным, потому что голосовое управление абсолютно решает все необходимые вам техзадачи. Что касается самого пульта, он работает на Bluetooth. То есть в вашей коробочке нету инфракрасного приемника, то есть заменить вы его можете только на точно такой же. И при выборе пульта кнопки должны быть идентичные по расположению, по цвету, по названию, абсолютно идентичные, потому что пульты друг друга подобного характера не заменяют. Сам пульт выполнен из ABS пластика, комплектуется двумя батарейками типа 3А, очень компактный и удобный, соответственно. Для того, чтобы законнектить данную модельку, вам необходимо зажать обе кнопки по бокам от кнопки Back. То есть подносите пульт к телевизору и зажимаете, удерживаете в течение 50 секунд, на экране должно появиться сообщение Connect.